В Украине сегодня вспоминают выдающегося переводчика Миколу Мирошниченка. Со дня его смерти минуло 15 лет. Для нас этот человек также имеет большое значение. Микола Мирошниченко – исследователь азербайджанской литературы. Он был наиболее плодотворным и талантливым переводчиком азербайджанской поэзии и прозы, и, что важно, переводил с оригинала. Он прекрасно владел азербайджанским и другими тюркскими языками, стажировался в Бакинском государственном университете, поддерживал дружественные связи с азербайджанскими поэтами и деятелями искусства. Открыл для украинской аудитории на высокохудожественном уровне произведения Насиме, Низами, Мехсети, Физули, Расула Рзы, Рамиза Ровшана и десятков других авторов. Наиболее значимой его работой стала двухтомная антология азербайджанской поэзии, где Мирошниченко выступил инициатором издания книги, составителем и главным переводчиком. По сегодняшний день она остается самым полным собранием высокохудожественных переводов азербайджанской поэзии на украинский язык. Очень важно чтить память, популяризировать его литературное переводческое наследие. Необходимо издать переведенные им на украинский язык сказочные рассказы, притчи и повести Алиса Медова, авторские поэзии, в которых также есть цикл рукописи «Из города ветров», который посвящен Азербайджану. Также я недавно обнаружила, что уникальная личная библиотека Миколы Мирошниченко выставлена на продажу. Там много книг на азербайджанском языке и азербайджанская литература на украинском языке. Книги, подписанные для Миколы и его друзьями, классиками азербайджанской литературы, и Бахтияром Вагабзаде, Сиявушем Мамедзаде и многими другими. Я решила объявить сбор средств для того, чтобы выкупить эту уникальную библиотеку у букиниста, который сейчас владеет личной библиотекой Мирошниченко. Он уже успел продать 1500 книг, осталось около 500. Надеюсь, дай бог, что смогу выкупить их, а также найти те, которые уже проданы, и выкупить их тоже. Эта библиотека бесценна для тех, кто дорожит украинско-азербайджанскими культурными связями. Кто дорожит украинско-азербайджанскими культурными взаимами? Литературное наследие Миколы Мирошниченко поможет актуализировать ценности двустороннего диалога в гуманитарной сфере. Любовь к Украине и к Азербайджану, к нашим народам, культурам.